Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами. Рома, я брал тебе макароны с сыром, да? Так. Это быстрая пища. Забил желудок и пошел. Сколько калорий примерно в день ешь? Я не знаю, я не считал. Мне главное забить желудок и пойти на работу. Все правильно, братан. Вот. То есть ты настоящий работяга. Будущее, да. Я хочу, чтобы у тебя было хорошее будущее. Плюс респектива. А ты вообще в игры какие-то играешь на компьютере? Виташка. О! Андрес. Андрес? Два раза там вертолет сбивал. Хорош, хорош. Ты, да, ну, терминатор еб***. Пусти за рамочек. О, Сэм, Рошан и Рома. Рома? Йоу. Йоу. Тойота вперед. Так, что это? Теремке похаваем? Давай, да? Да. Калифорния бургер будет. Теремок. Вообще мы нормально смотримся, пацаны? Оценку. Обратно. Очень четко. Я именно в этой шапке. Да, именно. Эта шапка это идет очень. Как этот, ну? О, да, теремок. И что, друзья, будем? Рома. Супчик, брат, обычно. Я буду супчик и блинчик, брат. Блины сытные буду. Куриный богатырь. Чего легкий? Здесь теремки пиши. Легкий перекус, брат. Здесь салат. Какой? Русский? Да. Русский цезарь, брат. Так. Либо можем вон туда сходить, сам бургеры есть. Бургеры хочешь? Мы просто ничего не ели. Ну, ребят, я вообще хочу в туалет. А. У нас время ограничено. Прошу. Куда муж потеряет? А потом прошу, где туалет? Он потеряться может. Бургеры хочет. Сейчас закажем, даем ему заказ на отдельно. Нашел, Ром? Что? Туалет где? Да. Туда. Туда? Туда. Все, понял. Все, бля, давай. Сэм, суп ты будешь? Да. Я суп и куриный богатырь, блин. О-о-о. Нормальная тема. Да-да. Ты что будешь? Он сейчас 600 блюд закажет. Она тоже тренируется. Вот мы... Чистый вот. Не, брат, ну ты на лыжнике. Честно, ты больше. Я на лыжнике, брат. Да, я если я очки сниму, вот так буду похож. Я именно, вот, знаешь. О, да. Как говорится, что? Добрыня Никитыч. Правильно, Никита. Это мой любимый богатырь. Мой Никита. Любимый. Никита. Реально? Да. А Змей Горыныч? Это мой напарник. А Серега? Когда я был маленький, играл в богатыре. Я был Добрыня. Ну. А Горыныч это мой товарищ, ну? Который спасал Русь-матушку. Вот. Я же тебе про детский сад говорил, ну? Мне было 6 лет. А я там не один болтал, там дед... много детей было. Ну, это башка. История детства. Все правильно. Никита. Что? Никита. Слышь, Горыныч. А уж малыш, выучит, да? Пельмень, будешь? Да. Пойдем с тобой в туалет сегодня, пока не выбирают. Да я думаю, мы не успеем, тут один человек все равно. Так мы за вас закажем. Ну, если что, мне русский цезарь. Все, расскажу. Русский цезарь? Да, русский цезарь. А может, еще бургер? Не, для меня цезарь нормально будет, я поем цезарь. Все, да, да. А пить? А пить? Ну, если есть кола, может... Это же за пепси. Пепси тут нету, к сожалению. Да, да, есть кола. Добрый кола. Давайте добрую колу. Нет, супчик, супчик, зад, куриный зад. Богатырь. Пойдем. Куриный. Рома. Чего? Ром. Оу. Ром. Оу. Ром. Оу. Нам недалеко. Если ты увидишь табличку под названием туалет, уже значит это он и есть. Нашел. Вот, правильно я говорю. Все. Спасибо, в карман. А шишки в более надежное место. Проходите. Я жду тебя, Роман. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Нам по кенте, нам по ней, hey, hey, on the way. Хэнде хох, хэнде хох, руки подними. Сдавайся, братан, в бункере тесно тебе. Песня такая историческая. Что ты после словарик стаи прочитал? Сейчас. Скиньте мне. Такой. Так, скиньте, такой мне. Далес, он сейчас выйдет уже. Как много сыт, сука. Словарик стая. Вот. Сурбек. Курдулу поваровской. Курдивор. Гёд.
классическая завершенка. Шма, шмаги кен, братишка, витом типа. Сейчас. Ты сегодня еще экзамен возьму в конце стрима. Как будто Тэнкс и Иван Золо. Я таким числом еще никогда не был. Вернулся из небытия? Да там не только бытия, там 18 плюс вообще. Реально? Реально фигурально вообще. Оригинально. Я не знаю просто, когда я хочу в туалет, я всегда скованный, сдержанный, это очень важно, и от этого никому никуда не деться, вот поверь мне, брат. А ты это? Что? Смотри, у меня для тебя есть словарик наш. Что за словарик? Ну вот, прочитай первое слово. Так, кру-дугу, кур-дугу, по вас чего? Что это? Курдуло. Курдуло, и что это? Курдула. Переводится, по-воровскому переводится. А-а-а. Курди. Курди. Курди, видишь, что это, знаешь? Вот, второе слово. Второе слово, значит, кур. Кушай. Как? Кушай или как тут написано? Кушай? Курди. 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 Это слово это. А, курдивор. 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 Пойдем, пойдем. Сюда, я ему словарик дал. Стави. Стави. Учится тихо-тихо, брат, уже. Курди вор, говорит. Курди это что? Курди это вор. Вот, смотри. Гёт. Гёт. Что это? Гёт. Братан, у меня очень плохое зрение. Прости. Классическая запретка. Чей чек? Ваш? Да. Наш. Да. Все. Храним чек. Бонят. Сколько у тебя минус? Минус 2. 1, минус 3, 2. 1. 2 минус 2? Да. А где очки его? Не. Он не круглый, а мне прямые нравятся. А там от зрения зависит. Поправит. Просто один. О, Роман. Роман, ты что, все время с такой прической был и молчал? Да. Ты знаешь, на кого похож? Вот это же вот так танцует. Жерар Батли. Вот так же сигары. Да. Два близнеца. Как назывался, сука? Легенда. Легенда. Том Харди. Том Харди. Лево Тукей. Я, оказывается, легенда еще. Да, ну, теперь легенда. Ты новая легенда. Как тебе в этих очках? Да, да. Ты долго делал шоколадку, честно? Нет, я просто шапкой мокрые волосы прижал. Нельзя. А, да? Помещение в шапке не воспитан тут все. Ну, ты-то в шапке. А кто сказал, что я воспитанный? А, ты мразь. Ох! Роман! Роман! А, ну сколько нормально. Ты мразь, все. Роман, а теперь он? Да я не буду, ребят, плохая шутка. Признаю, грубо было. Нормально, нормально. Все, вообще было четко, брат. Обязательно? Да, забираешь. 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 Уходишь. Ломаешь стол. Ломаешь стол. Давай шапку. Опа. Да что ж, я сказал, забираешь, если выиграю. Давай. Костя, он же курди стал. Да ты сказал, ломаешь стол, я руку отпустил. Да? Ты меня обманул. Ладно, признаю, второй косяк. Ты очень умный, заметливый. Все замечаешь. Тогда я бы так не сказал. Ну я же юморист. Что это, Сэм? Тойота? Тойота? Марк? Сколько стоит? Праворульная, брат, навел. Все, работаем автомобилем. Едем. Вась, цешка продается. Звони. Нет, цешка сломается быстро. Я звоню. Звони. О, как будто сходу ее полный привод, шма. Охуенно, шма. Будем на ней двигаться, понял? А остальные будут стоять. Роман, звони. Подскажи мне. Если сейчас был бы бюджет 500 000 рублей, что бы ты себе купил? Нет, я в деньгах не особо там. Но если был бы 500 000, я бы сейчас не разговаривал бы с вами. Почему? Что такое? Это такие. То есть деньги решают вопрос? Я не особо. У тебя есть борода? Я скажу тебе да. Я только что побрился сегодня. Ну какая борода? Ну. Да в губы поцелуемся. Не надо. Да быстро? Что это? А, это псевдобудильник, что ли? Не, брат, это когда заказ, короче, готов, оповещение такое. А, то есть это такая шайба, да? Ну да. Обалдеть. У тебя как дела вообще? Дела нормально. Что делал сегодня? Встретил. Ну? Роман, помоги ему. Поднос, брат, ты младший. Давай, Роман. Ебать, я с класска ебанил. С реально класс? Да. Ты ебанутый? Бля, почему нет?
Ой, хорошо. О, хорошо идет. Во! Во! Это что, Сэм? Давай я Роману эскортницу одну сделаю. Это что, Сэм? Пельмени? Это... Брат, ну, брат, я это все взял. А это что? Брат, хороший вопрос. Богатырь же? А где? Это богатырь? А, Ром, помоги, по-братски, он сейчас сломает себя. Иди помоги, брат. Да не все четко, брат, чё, 20 лет, блядь. Ром, сколько тебе лет было, брат? Какого года? Какого года? 2004 года. Да, 2004. Что это, манна каша? Рома, садись, твой салат. Это мой салат? Да. Правильно сейчас говоришь? Да. На, брат. Раша, это наши салаты. Резко, курди. Что означает? Иди ложку, если ты ножом ешь. А нахуй надо? Это чипсы со сметаной ем. Чипсы со сметаной? Ну, это реально чипсы. Тебе надо перемешать ее. Значит, Цезарь? Ну да. Как вам еда, Роман? Как вас по батюшке называть? Александрович. Да, Александрович. На туре? Да. Роман, я как будто, знаешь, не ожидал другого отчества. Наверное, вообще часто кушаете вот таких вот фудкортов быстро? Ну, да, хлеб. О, правый руль пиздец будет. Угу. А что, недоступен? Mm-mm. Роман, вот половина блинчиком с вами вот. Давай. Это ваш. Как говорится, бойся того, кто не хочет куда? Кушать. Там снизу блинчики. Пельмени. Роман, смотри. Куда? Ну? Погоди, а ты с банкой так же, да? Да. Давай банку купим. А. Роман. Что? Ты питерский? Да, я петербуржец. В Питере семья. В Питере друзья. 52, знаешь 52? Тебе бьет, я могу принести. Можешь добраться? Да. Ну тебе не заположи, правильно? Нет. Все свои здесь. В порядке. Ты младший. Я добрый. Боба, дай мне одну. В рот засунь мне одну. Вкусный, блядь. Пайк. Нет, три надо, но не да. Четная, брат. Четная. Ломай. Он неплохо. Все, я поел. Спасибо большое, Ром. Нормально. На стрим. Давай, Ром. Ребята, а во сколько заряд в этой телефоне? 100% осталось. Осталось 34. А, 34. Ну вот нормально. Роман, я бы вам посоветовал бы данный салат кушать ложкой. Ложкой? У меня нет ложки. На, возьми похуй. Ну ты же суп ел ножиком. Просто ложку берешь, чистишь салфеткой и все. Блин. Роман. А. Когда у тебя раз последний раз были отношения? Кем? Девушка. 3 года назад. Ого. У меня есть одна девчонка, она сейчас пишет в Телеграме, что ты очень симпатичный. Спасибо ей. Она зовет тебя в Ростов. Ой. Она говорит, я его буду содержать. Ездит на Тойоте новой. 300-й. Говорит, хочу попробовать его маленького Рому. Еще раз. Хочу попробовать его маленького Рому. Сейчас я расскажу. В 6 классе. Так. Девчонки. Так. Говорили, что я сладкий червячок. Ага. Да. В 2020-м во дворе говорили, что я удав. Да, это? Они увидели твоего удава? Нет, просто прозвище дали. Вечно, нет, конечно. А так вообще, ну, говорите? Типа... Конечно. Да нормально все у меня было. Сколько, блядь? Чего? Если пустить, будет, займёшься. Я говорю, как ты вообще? Да. В Ростов едешь? А минус еще после 6. Не, братан. Я же с Краснодара, поехали, похуй, я тебя провожу. Да не, братан, не. Она говорит, что... Вот, она написала вот опять мне. Что мне нравятся его красивые голубые глаза. У меня зеленые глаза. Но ничего, я не обижаюсь. Так я не понял. Вот опять она пишет. Ну, червячок назвали. Говорит... Говорит, слышишь? Говорит, хочу его червячка увидеть у себя во рту. Врачу. Ребят, не за столом. Вот она пишет. Говорит, хочу целовать его пупочек. У него аж крышка упала. Не, обращай внимание, ребят, он шутит у нас такое. Кока-кола.
Кока-Кола. Спасибо, брат. Это классика. Не чокнулись, ну ровно. Да пожалуйста, давай. Давай. За Зенит. А что? Ты обновил сразу. Я за Спартак болею. Вот вы и встретились. За Спартак. На скорой встрече. Что ты сказал, встретимся? На скорой встрече. Роман, как относишься к околофутболу? Ну я смотрю по телевизору просто. Нет, к околофутболу. Не, братан, я такой никогда не слышу. Трибуна Юга вообще, вкус что это? Трибуна Юга? Пища? Рома, вы такой статный сексуальный мужчина. Спасибо большое, я слежу за собой. Между прочим, девушку зовут, знаешь как? Как? Екатерина. Какое твое любимое имя? А скажи мне, как? Ника. Рената? Как? Ника. А. Это мужское имя? Ника. Ну, вообще-то... Ну, Вероника. Ну да, вот Вероника. А как тебе имя Виолетта? Нормальное имя, хорошее. Виолетта. Роман, а можешь сделать сиквел? Нет. Вот так. Покажи, ну его. О, красавчик. А что это значит? Сигнал. Типа ты готов, типа хуй готов делать. Нет. Ренат, ну ты что такое? Сигма, ты типа понял, как легенда. Во. Девушка пишет, я София, он меня обидел. София, прости меня. Просто я сегодня не в духе, устав. Сигма. Оу, брат. Это железобетоновый брат, брат. Да. Звонок в студию делаю. По описанию прочитай. Виолетта пишет, Роман, вы такой статный мужчина, я буду вас катать на своем Порше. Я большой, спасибо большое. Сигма. Бринджи тоже хороший. Вот ее фотография, брат. Как тебе она? Вот это она отправила свою фотографию, чтобы ты ее оценил. Классно. 10 из 10. Насадил бы? Братан, но тут не особо хороший. По-джентльменски, да, это? Тут как бы возраст не совпадает. Сколько лет? 19. Серьезно? Да. Как скрылся, смотри. Да. Ей, ну, ей будет 20. Мне понадобится резинка. Что понадобится? Резинка, брат. Будь здоров. Спасибо, брат. Только один клинус. Роман, одну сигму. Прирожденная сигма. Не-не-не. Вот так тоже можно сделать. Вот так. Да, во-во, семью. Во, все правильно. Роман, вы очень фотогеничный. Смотрел фильм «Я легенда»? Да. Серьезно? Скоро будет второй фильм. Серьезно? Смотрел фильм «Я гей»? Да. Нет. Да, что с тобой? Да, что с тобой, Ренат? Да. Роли. Главной роли Уилл Смит. Не. Том Харди. Не, есть легенда. Есть легенда, а есть я легенда. Да, я что сказал? Короче, я не разбираюсь. Нет, ты легенда. Я в футболе не разбираюсь. Ты сам легенда. Ты сказал о фильме, сказал о футболе. Нет, сказали то, что признали лучшим клубом в РФ. Это ФК Краснодар. Будь здоров. ФК Краснодар признали, знаешь? Спасибо, брат. Обращайся. Ну как эти набухались у вас? Шма, как будто надо один где-то вот сесть и вот эль-тур по машинам сделать. Машина? Шо, блин? Одна есть уже. Хорошая-то, Волга. Давай список составим, погнали. Волга, поехали. Надо купить одну, на ней поехать за другой. В машине или здесь сядем для... Здесь очень шумно. Здесь шумно и грязно. Машину. Машину берем. По машинам. Роман, Александр, доедайте. Доели, Роман? Да, я доел. Уклянись. А это что означает, брат? Я не помню, это очень старый жест. А, West Coast. Да? Да. Не, вот это, гайнь-гайнь это. Роман, а я хотел такой жест. И поднеси губам. Нет, я не особо. Не делаешь? Нет. Мужчина. Брат, ты как будто наелся, знаешь? Ну да, я наелся бы. А ты его на Золо знаешь? Нет. А вообще стримеры смотришь это? Ну, ребята, давно не смотрели интернет уже. А, все, понятно. Эти ваши интернеты, пойдете, тачка. У нас так, как в армии. Быстро, короче, пока, очень быстро, вот максимум 5 минут, погнали. Пойдем, ну, Рома, блядь. Долго нам. Забирай. Вол, давай. Роман, одень мне шапку. Одеть тебе шапку? Тебе шапку? Да. Становись на колено. Охуеть! Да нет, Слава, пойдем, заебись.
Давай. Пойдем. Пожрался. Спасибо большое. Было да не за вкусно. Что, брат. Вот смотри, видишь, какие мы прекрасные люди, брат. Одели, обули. Это, брат, это просто значит зачем? Потому что ты хороший человек, брат. Запомни, в этом мире, брат, хороших людей мало. Поэтому нужно помогать всем. Поехали. Хороших людей в этом мире мало, брат. Пойдем, хочешь в кино с тобой сходить на последний ряд? Я и ты. После как она тебе? Давай познакомим. Да не. Против пойдешь? Давай напротив меня. Пойдем. Пойдем, шман. Давай. Блять, не заканчивается, это хамам мое. У меня там голова так кружилась, меня отвечаю. Да не, ну вниз, ничего. Красавчик, знаешь, родный. А, здесь нормально спускается, он пролевает. Что, плохо стало? Нет, нормально. Ох, это фу. Outlander, Mitsubishi? Кольф, это, брат. Кольф. Это типа RAV4 какой-то аккуратно переделанный. Легенда. Роман, что ты сделаешь с 5000, которые тебе приванули? Я ставлю в копилке. На что копишь? Который... На ноутбук. Нам взял, я тебе отвечаю. Ром, откуда мы пришли? Мы пришли оттуда, вон. Точно? Да. Оттуда. А, да, он прав, пойдем. Не, мы еще увидели эти, сказали, вау. Не, слушай, смотри. Мы же поднялись на второй этаж. Потом прошли, потом пойдем, подняли. Прямо. У нас сплошная была. Роман, мы тебе доверились. Ребят, здесь вот этих штучек, перьев этих не было. Мы прошли там, где... Так мы же по второму прошли их. Его рюкзак в машине. Багажник. Багажник, пацаны, рюкзак и куртка его старая. Рюкзак сейчас как сын спадет. Ах, бля. Пиздец. Ренат, пацану паспорт. Верните пацану паспорт. Ну теперь мы тебе дадим рюкзак. Да, спасибо. Но у нас другой. И дадим тебе координаты. Зачем? Шутка. Брат, а мне сейчас вообще не до координатов. Я просто объелся, мне полностью... Тебе хочется спать? Да. Ну вообще жизнь, она классная штука, согласись. Жизнь нужно ценить и беречь. Нельзя быть равнодушным, да. Не, нельзя. Нельзя быть похуистым, жесть. Не, нельзя. Надо, блядь, помогать людям. Помогать людям. Семье. Да. Самому двигаться. Но не быть, запомни, есть прекрасная фраза. Не быть яколкой. Понимаешь? Нужно быть, а не казаться, жесть. Понял, отсока? Да. Стыхание. Короче, в этом главное в жизни двигаться, понял? Если ты будешь стоять на месте, то жизнь, она же крутится. Да, она вот пролетит просто. Правильно, земля крутится. Да. Так и мы должны вместе с ней крутиться. Если мы будем стоять, то мы будем что делать? Возвращаться назад, жесть. Да. Поэтому газуй до талого, жесть. Да. Ты мой брат, Рома. Да, кулак дай, мужчина. Красавчик, блядь. Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефора стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.